Всем привет, с вами Дмитрий, и сегодня мы с вами продолжаем карьеру в такой замечательной игре, как FIFA 21. Сегодня у нас с вами ждет очередные 2 или 3 матча. Посмотрим, как пройдут первые 2. Первый матч у нас идет против команды Карсуадо. Не знаю, как это выговорить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как правильно читается данная команда, чтобы я, так сказать, не делал глупых ошибок. И, между прочим, мы с вами на 4-м месте. Еще чуть-чуть, и в принципе мы с вами сможем вырваться уже на лидирующие позиции. Ну что ж, первый матч на сегодня, поехали. Первое касание за Димой. Так, пас на Диму был. Куда дальше пас? Ой, хорошо увидел, хорошо. Что будет дальше? Так, будет пас. Ой-ой-ой, мог бы пас на Диму дать, ладно. Забыли. Так, и... Нет, не долетел. Так, мяч у Димы. Дима дальше, хорошо. Хорошо, ух ты. Какая опасная передача. Так, а это куда было? Непонятнее. Так, опять на Диму, дальше. Ой, как хорошо, бей. Есть 1-0, хорошо. Кстати, смотрите, прям под... А не, мне показалось, под штангу залетело, под крайнюю. Ладно, забыли, играем дальше. Так, опасная атака. Ну, хотя не очень пока что. Я так... Уже заранее. Ну все, мяч в принципе у нас. Хорошо. Дальше. Так. Так, Дима помогает. Ой-ой-ой. Фу-ху. Это было не опасненько, между прочим. Опять Дима на перехвате сработал. Ну и как быстро отобрал, так быстро и потерял. Так, защита что-то у нас немного провалилась. Так, держим. Хорошо. Нет, плохо. Плохо, ужасно. Ой-ой-ой, 1-1. Грустненько. Да, немного защита у нас провалилась. Ну ладно, бывает. Хорошо. Не отчаиваемся пока что. Так, опять опасная атака на наши ворота. Опять защиты нету, она где-то делась. Так. Так, не даем, хорошо. Так, а вот сейчас может что-то не может, ладно. Упустим мои слова. И все, матч закончен, интересных моментов почти не было. 1-1 ничья, ну, если честно, мы могли этот матч брать, просто во втором тайме мы как-то что-то подрасслабились. Так, очередная тренировочка, рассчитываем ее полностью. И мы пока еще не повышаем. А нет, мы все-таки уже повысились, все, у нас рейтинг 70. Это замечательно, как по мне. Плюс 4 за этот сезон, хотя только у нас еще октябрь. А у нас уже плюс 4. Достаточно хорошо, как по мне. Едем дальше. Мы выполнили все задачи тренера, плюс ко всему, смотрите. Так, и новые, собственно, наши с вами задачи. Это забить гол, соотношение ударов, оценка, все понятно. Голевые пасы еще нужно сделать один. Ух ты, смотрите, мы играем против нашего бывшего лидера лиги. Против Динамо Дрезден. Ну давайте попробуем. Разводят наши соперники. Снова пас на Диму. Пас наверх. Замечательно. Так, и что это из этого получится? Пас на Диму. Дима выше. Дима ударил выше. Очень сильно. Так, пас на Диму. Хороший заброс был. Хорошо. Беги, Дима, беги. Бей. Получится? Нет, не получилось. Но попытка была хорошая, как по мне. Так, а мяч все равно это наш остался. Так, пас на Диму. Дима дальше. Это офсайд, но это гол. Но это офсайд, к сожалению. Пас, Дима дальше дал, хорошо. Ой-ой-ой, не добежит. Буквально вот секунды. Секунду пораньше Дима добежал бы, и это было... Это был бы гол, да. Это был бы гол. Ух ты, какое ударище. Так, Дима дал хорошо дальше. Опа, забросик отличный. Бежим. Не бежим. Так, хорошо. Ой, тут что-то может получиться. Нет, ничего не получилось. Но это было близко. Первый тайм закончен. 0-0. Играем дальше. На Диму хорошо. Дима запутался, бьет и очень высоко. Очень сильно высоко. Так бить не надо. Так, Диму. Дима дальше дал, хорошо.
Так, что сейчас будет? Что сейчас будет? Куда? 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 Куда ты? Чё он хочет сделать? То уже определись, что ты делаешь. На Диму! Дима! Бьет! Штанга! Ой-ой-ой, перекладина какая была. Будет, не будет. Ай-яй-яй. Ух, сколько в моментах за вот просто. Так, хорошо, хорошо отобрал Дима. Ой, какой же подкат против него. Я думал, тут может быть травма, кстати. Так, наш рептор тянет время зачем-то. Только я не понимаю, зачем мы даже не выигрываем. Так, Дима забрал. Хорошо, пас дальше. Так, беги. Дальше. Хорошо, еще дальше. Смогли. Так, хороший пас. На Диму. Дима бьет. Ух. Блин. У них вратарь хорошо стоит на месте. Но это безумно было близко. Все, матч окончен. Снова 0-0. Ну что, ребята, вот такой вот у нас получился с вами ничейный выпуск. Я надеюсь, в следующих сериях будет все получше. Всем спасибо, кто был со мной, кто болел за Диму. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите продолжения. Всем удачи. Ну и, конечно же, всем до скорого.